Вау, да это же обновление! Круто! Теперь у нас есть новый Том и Анжела! Какие они интересные! Что за обновление, что нас ждет? А также с нами малыш Хэнк! Кто его уже забыл, то вспоминайте, он очень милый! Ой, а Том какой-то весь чумазый, будто из грязи сделан! Да-да-да, так и есть, это его костюмчик, смотрите! У нас появился Франкен Том! А также есть тыквенный отвар и молнии в туалете, сейчас мы все это посмотрим! У Анжелы также новый наряд и обновление! Но сначала нужно почистить зубки! А пока Анжела чистит свои красивые зубки, посмотрим, что там собрался есть Топ. Ой-ой-ой-ой, какой острый перчик. А Хэнк ходил в туалет. А Хэнк очень устал, но мы сейчас ему сделаем ночь, чтобы он выспался. Том съел острый перчик, и у него немножко кружится голова. А вот и тыквочка. Но Том наелся. А вот Анжела, в отличие от Тома, не свинюшка и не хрюшка. Она моется и чистится, потому что она девочка, она хочет быть чистенькой и красивой. А вот Том у нас хрюшка еще тот. Зато Том очень смешной, нежный, и он нравится нашим подписчикам. Правда, ребята? Вы любите Тома? Тогда напишите в комментариях, кого вы любите больше, Тома, Анжелу или Хэнка. Давайте посмотрим, что у нас нового в спальне Тома. Может, здесь тоже какие-то обновления? Я думаю, Том заслуживает, чтобы мы обновили ему спальню, чтобы ему было удобно тут спать. А пока Том обновляет спальню, смотрите, какая у нас красивая Анжела. Она только что прихорошилась. А Хэнк пошел на фотоохоту. Мы положим сюда всякие игрушки, чтобы Хэнку было веселее фотографировать животных. Сейчас посмотрим, какие придут, и мы открываем на них фотоохоту. Так, что у нас тут у Тома нового? Мы поставили светильник спальный. Какие странные у Тома обои в виде черепов. Они страшные. А это что за летучие мыши? Очень жуткая дощечка называется. Ну, а мы поставим туда какую-нибудь полочку. А Тому нравится все, что мы обновили. Смотрите, как здорово. Я в туалет хочу. Эй, закройте дверь. Я же малыш Хэнк. Ой, как хорошо, животик освободился. А мы вместе с Томом найдем новый Франки Тома. Сейчас мы его преобразим, ребята, специально для вас. Посмотрите, какой он. Ми-ми-ми-ми-ми. Так, где же его наряд? Нам нужно найти. Давайте поищем. Это не то. Шерсть, грязь, костюм. Так, где новый Франкен Том? Где же он? Пока возьмем белую шерсть, чтобы мы быстрее росли, на новый уровень переходили. Хэнк фотографирует животных. А, вот Франкен Том. Да, мы его берем. Ух ты, смотрите, у него в голове, что у него в голове, молнии что ли? Какой он странный, может ему глазки поменяем? Давайте выберем ему другие глазки, чтобы они сочетались с ним. Том, ты очень странный, надеюсь, ты скоро переоденешься и приобретешь свой прежний вид, мне так будет привычней. А мы преображаем комнату Анжелы. Смотрите, как здесь стало прикольно. И Анжеле тоже нравится. Она нам шлет поцелуйчики, такие вот сердечки танцует. Ух ты, Анжела, теперь пора найти наш новый костюмчик, который есть в обновлении. Где же он прячется? Ребята, что-то мы не можем его найти. Где он? Если вы уже нашли этот костюмчик, напишите в комментариях, где он прячется. Мы пока посмотрим, как тут Том путешествует. Он был в Тунисе и встретил другого своего друга Тома. А мы возьмем еще два
То есть 5 билетиков и, наверное, по путешествиям. О, а у Хэнка рога оленьи. Хэнк, они тебе очень идут. Такие клевые, и корона есть, и шляпка. Вот мне все нравится, мы бы все взяли, но тебе еще расти и расти. А пока мы можем фотографировать животных. А мы с Анджелой нашли наклейку, которая у нее над глазиком. Такой прикольный арт получился. Анджеле нравится, как мы ее преобразили, ребята. Совсем как новенькая стала. Ну, то есть совсем другая. Пока Том путешествует, Анджела решила перекусить. Смотрите, какие кексики, пирожные в этом обновлении у нас такие прикольные. Она наелась, но я хочу, чтобы она что-нибудь скушала. Давайте мы сделаем так, чтобы она поела. Ух ты, вот они, эти пирожные новые. Классно! Здесь вся страница с новыми пирожными. Давай, Анджела, кушай вкусняшечки, которые мы тебе даем. Том тоже проголодался и решил перекусить. Ну что, Том, давай преобразим твою спальню, то есть кухню, где ты кушаешь. Мы тут выбираем тебе новую скатерть. Том, как насчет клетчатой? Мне нравится. А вам, ребята, нравится такая скатерть? Давайте мы ее оставим. И вот эти обои. Какие бы выбрать? Не знаю даже. Может, вот светлячками мне нравится. А холодильник? Ой, какой прикольный. Кругленький. Я таких холодильников еще не видела. Посмотрим, что еще есть. И вернем этот лучше. Давайте оставим, наверное, лучше тот кругленький. Он самый-самый прикольный. Пока Анджела чистит зубки, Том выбирает новый холодильник. Хэнк фотографирует всех животных, которые только ему могут попадаться. Наверное, это у Хэнка самое такое прикольное и безобидное хобби – фотографировать животных. Ух ты, Том, ты радуешься? Тебе нравится? Мне тоже очень нравится наша обновленная кухня. Мы хотим накормить Тома. Давай, Том, кушай, кушай все вкусняшки. Вау, новый уровень, то есть следующий уровень у кота Тома. 70-й, у него день рождения. Держи тортик, Том, ты его заслужил, задавай свечки. Загадал желание? Умничка. А вот и подарочек. Как не терпится его открыть. Давайте, ребята, посмотрим, что же там. Новый уровень, и нам дали монетки. Классно. Классно. А Том пока проголодался, и его надо накормить. Давай, Том, кушай. Вот тебе тыква. Она полезная. А еще, Том, держи всякие салатики. Вот тебе спагетти, Том. Не хочешь? Анджела обновляет свою гостиную. Мы ее улучшаем, чтобы веселее нам тут жилось. И быстрее следующий уровень получить могли. А малыш Хэнк сфотографировал лося. Кто там у нас еще у Хэнка из животных есть? Давайте мы глянем. Попугайчик. Ой, это кто тут спит под шляпкой? Такой милый. Ребята, а у Тома должны быть молнии в туалете. Как же нам их сделать? А, наверное, нужно какой-то туалет особенный выбрать. Что-то не вижу тут никаких молний. Как же нам их спровоцировать, эти молнии? Том, наверное, должен захотеть пойти в туалет. Ну, давайте мы обновим тут все. Еще туалет мы сегодня не обновляли. Обои выберем. Некоторые обновления помогают расти быстрее, переходить на следующий уровень. Ой, а Хэнк у нас туалетик захотел. Он немножечко подрос и одет он в розового фламинго. Ух ты, уже 17-й уровень, Хэнк. Смотри, у нас открыты пончики и огнетушитель. Это игрушка для животных.
И мы 340 монеток заработали. Классно, Хэнк. Давай мы с тобой, наверное, перекусим. Вкусняшечки, вкусняшечки. Пончик, а Том у нас все ищет туалет. Давайте мы сделаем так, чтобы Том проголодался, захотел в туалет. И посмотрим на эти молнии. Будет клево. Мне так нравятся эти три игры. Я даже не знаю, какая из них моя любимая. Вот, ребята, вам какая больше нравится игра? Том, говорящий, Анджела или Хэнк? Давайте устроим такой батл в комментариях. Напишем, какая кому игра нравится больше. Вот я думаю, может быть, мне Хэнк нравится больше. Он такой милый, мимишный. Анджела тоже классная, потому что там есть и наклейки. Ее постоянно обновляют, и новый наряд. Ну а Том... Том тоже, наверное, мой любимый персонаж. Потому что, вау, молнии, вот они, оказывается, просто Тому нужно было захотеть в туалет. Прикольно, да. Давай, Том, помоемся. Что-то ты у нас грязненький, давно мы тебя не мыли. В туалет сходил, значит, нужно помыться. Не переживай, мы тебя накормим обязательно. Не оставим же мы тебя голодным. Пока мы с Анджелой играем в одну мини-игру... Том кушает, Хэнк новых животных нашел. Вау, рысь. Какой он клевый такой, прикольный этот рысь. А еще крокодил, да? Да, это крокодильчик. Но у нас уже есть фото, давайте возьмем новое, может быть. Да. И теперь кто тут еще? На ягуара похож. Или леопарда. Сейчас посмотрим, кто это у нас. Леопард. Какой он толстенький, качается в качельке. Ух ты, какая игрушка. Здесь можно пускать пузырики. А мы с Анжелой сейчас переоденем ее в новую пижамку единорога, как на заставочке в этой игре. Помните? Сейчас мы найдем. Мы же еще не опробовали. Вот он, костюмчик единорога, пижамка такая. Давайте мы ее возьмем. Посмотрим, что еще есть. Может быть, какие-нибудь обновления у Анжелы. Ну, вроде все старенькое. Да, все мы видели. Только та пижамка в виде единорога. Вау, классная пижамка. Анжела, тебе очень-очень идет. Лайк-лайк-лайк за эту пижамку. Смотрите, как она обрадовалась. Анджела так обрадовалась новому костюмчику. Он сочетается с ее рисунком, который у нее над глазиком. И если рассмотреть поближе, то там есть у единорожика ушки, рог и грива такая прикольная, похожая на радужную какашку. Очень-очень смешная. Так, с Томом мы играем в новую игру, которая у нас была в прошлом обновлении. Она нам также очень нравится. А с Хэнком попробуем накормить новых животных. Привлекаем их, посмотрим, кто к нам придет. Пора делать новые снимки. Хэнку никогда не надоест снимать этих животных. Они ми-ми-ми клевые. Анджела, чего ты там ругаешься? Ну-ка, не ругайся на нас. Мы тебя хвалим, а ты чего-то разругалась. Пора чистить зубки, Анджела. Да-да-да. Давай почистим зубки. Они у тебя после каждой еды грязные. Поэтому уберем все лишнее, почистим твои зубки. Ребята... Хэнк открыл у нас профессорские очки, и они ему идут. Но ведет он себя совсем не как профессор. Он нам попку свою показал. Наверное, он хвастается хвостиком. Смотрите, что он делает. Он танцует так. Ох, Хэнк, Хэнк, какой же ты смешной. Ну-ка, давай, покажи нам еще, что ты там умеешь. Как ты гримасничать умеешь? Покажи, Хэнк. Как он
танцует и радуется. Мне тоже охота радоваться вместе с ним. Хэнк, вот он, твой хвостик. Мы его уже видели, Хэнк. Ух ты, какой водолазный шлем, похож на скафандр. А Анжела все милуется в своем костюмчике. Вау, а я хвостик не заметила. У Анжелы там еще и радужный хвостик был. Ребята, если вы тоже его не заметили, то ставьте лайк. Вон он, этот хвостик. Прикольный костюмчик, мне нравится. А у Хэнка опять новый животный. Так, это кто у нас, газель? Наверное, либо олененок, либо газель. Вот кто-то из них точно, газель. Мы это редкое животное добавляем в свой альбом. У нас пляжные очки открыты, мы попозже посмотрим, пока сфотографируем олененка. А, это антилопа. Ну, похоже, да, похоже. А это что за обезьянка с огромными глазками? Профессор Облизян. Смешное у него кличка, имя или как это называется. Очень-очень смешно. Анжела все милуется в своем костюмчике. Она немножечко проголодалась. И мы с радостью ее накормим. Пить не хочешь? Давайте с Анжелой тоже во что-нибудь поиграем. И с Томом поиграем. Мы тут сундучки разбиваем. И все классно получается. Надеюсь, мы еще долго поиграем, потому что классная игра. Главное не проиграть. А с Хэнком пофотографируем новых животных. Сейчас мы их привлечем. Может, кто-нибудь новенький придет? Потому что у нас тут и игрушки классные, и корма хватает. Это пингвин. Он замороженный. Почему он замороженный? Кто его заморозил? Этого пингвина. Какая злая мадам крокодила. Но она очень такая модная. Крокодил-модница. И слоненка мы сфотаем. У нас уже второе фото слоненка. И кто тут еще у нас беленький такой играется? Писец. Да, новое сохраним фото. И теперь ежика давайте, наверное, вместе с... Кто это, единорог? А, это носорог. У него один рог. Давайте ежика тоже сфотографируем. Он прячется за огнем от нас, но мы-то все равно сделаем с ним один фотоснимок. Так, а в игре с Томом мы проиграли. И теперь полетаем вместе с Томом, попутешествуем. Мы попали в Венесуэлу, а Хэнк опять кривляется. Вы посмотрите на этого малыша. Не перестает кривляться, наверное, потому что он еще совсем маленький и так себя ведет. Но нам нравится, как он для нас танцует и машет своей попкой, своим хвостиком. Вот он, вот он. Вот бы поймать его и потискать за толстые щечки. Такой классный Хэнк. Том опять решил перекусить. Ну как он может отказаться от плотного полдника? Или что это у него? О, это кто такой? Что случилось с Томом? Верните нам Тома. Вот он. Ребята, вы видели? Это такой прикол в этом обновлении, наверное. Появился совсем другой Том. Бушевали молнии, и наш Том вернулся. Ну, прикольно. Мне нравится обновление. Оно с сюрпризами. Обновление у нас получилось с сюрпризами, ребята. Так что еще ждем, что тут будет прикольного, интересного. Но вообще, если вам очень-очень сильно понравилось это видео, или даже чуть-чуть понравилось, то ставьте лайки для Анжелы, Тома и Хэнка. И подписывайтесь на канал Машины Машинки. Вас еще ждет много видео с этими персонажами. Этими и другими играми, такими как «Говорящий дом за золотом» и «Аквапарк Тома». Это наши любимые игры. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски